Это проверочная работа перед выпуском из 11 класса. Это сдача экзаменов. Экзамены? ЕГЭ. Это плохо. Это ужас. Не знаю. Это остров. Это фрукт. ЕГЭ – это экзамены после 11 класса. Чтобы хорошо у них было все в институте, чтобы поступили на хорошую работу, чтобы было высшее образование хотя бы одно. Чтобы все в жизни сложилось как только можно лучше. Счастья, любви, удачи, хорошо вступить в взрослую жизнь. Желаем счастья, здоровья, найти хорошую работу, хорошо учиться в институте. Да, держитесь. Чтобы они слушали родителей, получали одни пятерки, и все у них было хорошо. Пока еще не совсем знаю, но сейчас хочу стать милиционером. Не знаю пока что. Я еще не определилась. Стюардессой. Скорее всего, археологом. Учителем. Не бездомным точно. Изобретателем. Актрисой. Строителем. Поваром. Певицей. Мне кажется, что это самая опасная работа. Летать люблю. Потому что мне нравится антиквариат. Потому что у меня хорошо получаются всякие штуки. Потому что я хожу на театральную студию, мне это очень нравится. Потому что люблю строить дома. Потому что мне нравится помогать маме и готовить. Потому что у меня красивый голос. Чтобы они за них не переживали. Чтобы говорили детям, что такое дети. Чтобы они их не ругали и им все разрешали. Терпение, это я не знаю. Терпение. Того же, что и выпускникам, держитесь. Только здоровья, счастья и удачи. Не знаю. Сальмская, думаю, уже взрослые. Чтобы отпустили своих детей учиться. Чтобы они отправились уже в свою жизнь. Чтобы завели семью, отпустили. Короче, вот так.